Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу познакомить вас с очередными пулями. Это у нас пули компании «Первый партизан» ППУ, Сербия. Калибр 9,3 мм, 366, 285 грейн, это вес 18,5 грамм. Классическая СП-шка. Пуля сугубо для охоты. Ну, компания ППУ совсем недавно стала делать индивидуальные упаковки для своих компонентов. Многие из вас еще помнят, когда эти же пули были в расфасовках по 500 штук, по 250. Ну и соответственно, получив индивидуальную упаковку, эта пуля стала немного дороже. Ну, это классическая СП-шка. Вот мы видим, здесь свинец выступает наружу. Каннелюры. Закрытое основание. Основание плоское. Вот. В принципе, классическая пуля для охоты. На среднюю и крупную дичь. На коротких и средних дистанциях. Это очень важно. Получив индивидуальную упаковку, эти пули не стали более качественными. Да? То есть, в принципе, первый партизан довольно-таки такой середнячок, да, то есть эта фирма не занимает нишу там высокоточки, там высокоточных пуль и так далее, да, чего-то такого. У них нет особо никаких разработок. Ну, ко многим своим продуктам они даже не дают каких-то технических характеристик, да, то есть как вот у этой пули у них нет заводского испытания на баллистический коэффициент. То есть пуля летит. Пуля летит, пуля убивает, пуля добывает дичь, да, то есть пуля для охоты, не более того, это лучше, чем аналоги отечественных производителей. Но, конечно, качество пули уступает там американским пулям, ну и многим европейским. Главная незадача осталась у этих пуль и у этой фирмы, да, то есть тут развесовка. Развесовка. Вот мы ставим пулю 285,1 грейн. Вот, чтобы вам было видно. Ставим мы следующую пулю 284,8. Ставим следующую пулю 285,8. И в принципе так можно продолжать до бесконечности. И это бы, по большому счету, нас смутило, если бы эти пули были, к примеру, от фирмы Лапуа, да, в этом же калибре, Лапуа Мега Е466. Тогда бы мы, да, расстроились. Но в ценовой категории эти пули в два раза дешевле, даже больше, чем в два раза, чем пули от фирмы Лапуа. На средние и короткие дистанции она летит прекрасно, не уклоняясь никуда. Она и не принципиальные кустарники, там трава. То есть эта пуля, вот куда вы отправили, туда она у вас и полетит. Но опять-таки до средних дистанций. На дальняк она пойдет намного хуже. Вот. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем рассказывать вам о пулях, которые попадают к нам в руки. Будем с вами делиться информацией. Всех благ, хороших охот, точных стрельб.